Добрый вечер. Сейчас мы с вами послушаем вот этот усилитель. Это Sansui AU317. Это усилитель такой средний в этой линейке, потому что они начинались, они все практически у меня были. 117, 217, 317, 417, 517, 600, вот не помню, был у меня 717 и 917, да. Пожалуй, это, да, все они. Ну, эти, которые верхние линейки, 900 и 717, они в два раза практически выше, а у них посредине ручка, выглядит очень брутально, безумно красивые такие, да, строго выглядят, очень солидно внутри выполнены, не в пример сейчас современным. Ну, для меня, кажется, звук немножко грубоват, но для той музыки, которую я, конечно, слушаю, но я предпочитаю, скажем, усилители вот эти, которые вот 317 для меня, наверное, самый оптимальный, ну, и 217, 417 уже начинается уже, на мой вкус уже что-то не то, хотя со мной многие не согласятся, но это уже дело вкуса, тут спорить не будем. Акустику мы сейчас подключили, вот эту, я еще ее не показывал, это очень она красиво смотрится, это Magnatol Ribbon, вот такая акустика. Низкочастотник на резиновом подвесе, красиво так, видите, выглядит. Вот здесь вот снят гриль, а тут вот гриль вот одет. Вот так вот выглядит цвет всего корпуса, очень солидно сделано. Вот. Сейчас, к сожалению, что-то так удешевили все эти, так сказать, конструкции. Все легкое, магниты, динамики уже не те. Ну ладно, это уже вопрос другой. И послушаем, сейчас компакт-диск будет играть у нас. Компакт-диск у нас, что у нас? Так, да. Алан Бродбенд будет играть с Брайаном Бромбергом тут у нас. Это очень хорошая такой, такая пара. Ну, естественно, не только они. Итак, давайте послушаем пару композиций. Thank you.
Thank you.
На этом, пожалуй, закончим. Не знаю, как для вас. Мне и композиции эти очень нравятся, и звук мне прямо как мед пошел в мои уши. Ну, вот, я получил удовольствие. Ну, до свидания, до новых встреч, до новых просмотров. Всего вам хорошего и с наступающим, кстати, Новым годом.